Рассказывай про кальян, это интересно, я все пропустил. Я в этом месте. Да, что-нибудь скажи, это уже народ не верит, что мы тебя сегодня довезем. Никак не верят. Что не верят? Что, репутация подпорчена у нас? По-любому сказано и сделано, приезжаем. Ну скажи что-нибудь ласковое там. Я не могу на заказ. Не умею. Ну туда экспромт. А экспромт он должен родиться сам в процессе. Не могу перед камерой. Хорошо, тогда пока девчонок посумает. Я человек скромный, как бы, ну, наши закалки. Старый. Старый российский. Хорошо, тогда пока девчонок посумаю. Так, девчонки, скажите что-нибудь. Ну, давай, говори что-нибудь. Ну, как, кстати, Одесса? Неплохо. Неплохо, дружественно, но Одесса, я говорю, сложный город для меня. Я говорю, то есть летом они заняты, потому что деньги зарабатывают, а зимой они заняты, потому что не тусуются. Ну, я бы не туда, не сюда. Люди вообще были? Я так просто следил. Они здесь сюда сделали. Качественный клуб, как бы играет дурацкая музыка и как бы много неуравновешено. Ну, так и говорил, я смотрел. Обрисовал. Так что сделать хорошо. Хозяина встречал? А? Хозяина клуба встречал? Да, там они были, да. Они как раз, я говорю, они всегда все. Удивительно оказалось, что мы с немцами воевали там, да, вроде нашего района, по сути, это тоже племя славянское, белый гомосапиенс, наиболее открытый, близкий к славянам. И даже, как бы, казалось бы, такое простое слово, как Берлин, никогда не подумал, что слово Берлин и берлога имеют один общий код. Знаете, берлога? Берлога – это лого вера. Получается, что это слово «медведь», а это русское слово «вера». Потому что медведь, как мы его сейчас называем, это просто мед, мертвый. Вот, а «верка» – это название «медведя» старорусское. Вот, отсюда и пошло, как говорят, название «медведя».